Прима-балерина Венской государственной оперы Людмила Коновалова, как и большинство жителей Австрии, вынуждена оставаться дома из-за эпидемии коронавируса. Но и в таких условиях она продолжает настойчиво репетировать. Я верю, что держать себя в форме можно где угодно. В комнате, в коридоре, на кухне. Для этого всего лишь нужно 2 метра свободного пространства и то, за что можно держаться. Ну и, конечно, желание и воля. В Австрии эпидемия COVID-19 распространяется с 25 февраля. По данным ВОЗ, вирусом заразилось более 6 тысяч человек. 42 умерли, 9 поправились. Власти призвали людей по возможности оставаться дома. Российская танцовщица надеется всех вдохновить и поддержать своим примером. Она также хочет быть в форме к тому времени, когда возобновятся концерты. Несмотря на эту сложную, страшную ситуацию, когда каждый день заболевают и умирают люди, я стараюсь смотреть на будущее с позитивом. Я верю, что это пройдет, и что я снова смогу выйти на сцену и надеюсь подарить радость людям своим выступлением. Людмила родилась в Москве, окончила Московскую государственную академию хореографии. Начинала карьеру в Русском государственном балете. В 2010-м ее пригласили в Вену. Австрийские критики высоко ценят мастерство Коноваловой.